Чиз! Понравилось рисовать-то? А что это у тебя такое? Это у меня улыбка и радость. Улыбка и радость. Ну здорово, отлично. Ну ты просто великолепно справилась, как смотреть. Понравилось рисовать вот таким способом? Необычно? Да. Будешь теперь пробовать сама? Да. Только надо купить холст таких красок побольше. Точно, и мастихин самое главное. Ой, ну это все есть в магазине, так что купишь. Ну что, что пожелаешь другим художникам? Чтобы были картины всегда веселые, радостные, улыбчивые. Точно. Ну, скажи пока-пока. Пока-пока. Да. А что, понравилось тебе? Мне понравилось рисовать, мне понравилось. Раньше я рисовала на бумаге как-то по-другому, собственно, рисунок. А тут какое-то такое ощущение. Обожаю желтый цвет, он меня притягивает, если я хочу перед глазами положить по этой майке, и вот это солнечный желтый знак обязательно с травой, обязательно с зеленью. Даже не верится, что в принципе я могу своей рукой что-то такое сделать. Очень хочется повторить, продолжить. Здорово. Держитесь. У вас обязательно получится. А мне хочется бесконечно рисовать. Здорово. Шапок никогда не кончался. Это точно.